не хотели видео снимать больше, да, пока не убьем муху. Но тут что-то подошли вот к тому лесу поближе, там рожайка течет. Дед сказал, что это не рожайка, что ну, это приток впадает какой-то. Туда. Ну, впадает, не впадает. Ну, короче, рожайка она есть. По карте как рожайка стоит. Стояли вон там в тот раз. Она как-то вот так вот летела тут. Я сейчас туда ходила на разведку, и одна утка сидела на воде. Ну, там ее не достанешь. Ее. Залетела в камыши туда. Там, если она пойти, там... Мы ее и так, выдерз. И едок. Она, ну, никак не хотела. Ее палками и конфетами приманивали. На нас, кстати, подписался там... Я один из лидеров охоты этого ведения, как сказать, блогеров, охотблогеров. 12-й калибр. Так что... Мы становимся популярными? Конечно, как вот надо у дружков подписаться, поржать, как они охотятся. Не, просто так-то, что кто-то хоть подписывается. Мы на него тоже подписаны. Зато разрекламируем, да? 12-й калибр, охота и ведение. Таких нормальных пацанов. Только где утки? Ну, а та, наверное, вот так летела. Ну, вот так вот. Та и была, которая там. Ну, может быть, оттуда излетел. Короче, мы даже встали так, будем видеть, что кто сзади летел. Потому что тряпа не было. Да, вот так она как так летела там. Ну, я думаю, мы, наверное, в этом году... А она, собака, блядь. Оттуда, это ну, закон, да. Закон природы. Хрен с ним, ладно. Я когда нахлостом тренировался, у меня тоже ни одной рыбы не было. Потом как попёрло, блин. А можно сразу, чтоб пёрло? Без три? Можно. Молоко с огурцом съешь. И так тебе будет. А если не берет? Обзидан тогда выпей. Так, ладно, все. Ждем. Ребята, я дубина. Ждали, знали, откуда полетит тварь. Прям вот ждал оттуда. И что-то в носу заковырялся опять. Ну хоть уже прогресс. Не снял, ой, уже снял с предохранителя. Да, 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 да. Только запоздал. Да не запоздал, а ее она прям над башкой пролетела. Там, я так и не понял, то ли стволы не успел я повернуть так высоко, блин, то ли что, и по жопе два раза дал. Ну, по-моему, не попали, да? Ну, она как вниз-то... Не, она вниз пошла. Она вниз нырнула. Она, конечно, не камнем, но нырнула вниз. Ну, такое ощущение, может, что быть... она просто спрятала, потому что она там полазили. Она там и в кустах где-то сидит, блин. Ну, там на болоте, да, в кусты, нет, может, она туда не трепыхалась, надо, да? Она как так? Ну, она как бы... Фу-ху. Я бы не сказала, что она прям ровно летела. Пикирующая вот она. Но она пошла там к низу, она дальше не полетела. Но мы искали, что-то у нас еще фонарик надо хороший покупать. Спасибо, ружьем нормально купить бы. У Чурилина Александра. Не, ну мы по идее-то знали, Мороче. Что она там сидит, эта утка-то. По идее, мы должны были бошку в ту сторону. Она еще она или летит далеко, или прямо над башку. Она летела метрах в 10 и в 15. Она, блин, прям рядом летела. Она прям, я говорю, я даже не. Я если бы и попал бы, то бы ее в чепушину бы там ее разорвало, блин, у меня чок-получок стоит, там 0,5 единицы стоят. Ну да. А из 15 метров что там от него было бы? Макароны одни. Ладно, обидно, досадно. Всем привет. Мы держимся. 12-му калибру тоже привет. Всем ни пух, ни пера. Погнали. Мы продолжаем. Мы продолжаем, мы не сдаемся. Мы будем, пока вот с яблоками не будет она у меня лежать на сковородке. Не успокоимся. Да, там уже кабан. Пора на кабана будет. Все, ладно. Ладно. Денег нет, но мы держимся.